Уважаемые друзья, здравствуйте! Вы смотрите «Без происшествий». Давненько у нас не было семейных водительских батлов, и вот сегодня это наконец-таки свершилось. У нас Дарья сидит в декрете, воспитывает двоих прекрасных детей. У нас есть Сергей, моряк. Сошел с реки на землю и сегодня попытается сдать автодром. Кто же из них его одолеет, узнаем прямо сейчас. Сергей смотрит программу «Без происшествий» с самого ее начала и хочет, наконец, понять, почему столько людей не справляются с автодромом. На предстоящий бой настрой серьезный. В успехе не сомневается. То, что по-другому нельзя. То есть либо я, либо все хана. Первым начнет глава семейства Сергей. Сергей, какие ощущения? Поехали. Сергей, сегодня мы с вами проверим ваши практические навыки вождения транспортного средства на автодроме. Все фигуры знакомы. Поехали. Вам нельзя позориться перед женой, вы это понимаете? Совсем нельзя, иначе все кирдык. Ух, Сережа, ну давайте, покажите нам класс. Пристегнем ремни. Пожалуй. Сними как-то с ремнями получше, да? Меньше нервничаешь. Ага. Да, особенно, когда грешник на тебя смотрит. Слушайте, точно ведь смотрит на нас. Ладно, тогда в добрый путь, желаю удачи. Ну, погнали. Погнали. С улыбкой и бравым настроем Сергей едет покорять первую фигуру. Так, это у нас гараж. Потихонечку едем, заворачиваемся. Господи, это вот как в порт. Почти. Даже без намека на неуверенность Сергей держится молодцом. Видимо, страх мыть посуду, а тем более готовить, выполняет свою работу. Следующий тещин карман. Ну, конечно, тещу люблю. Так. А насчет карманов сейчас узнаем. Ну, вы это говорите, потому что жена рядом, да? Конечно, только в эфир это не пускайте. Обязательно. Вот так же, смеясь, Сергей справляется и с тещиным карманом. Чувствуется, как непросто будет его жене, ведь стаж Дарьи всего 3 месяца. Мой любимый. Орка. Остановились. И вот первая ошибка. Сергей становится неточно. Автомобиль остановился за стоп-линией. Заехали немножко. Ну, продолжаем, да. Хороший инспектор – залог успешной сдачи. Это точно. И не только на берегу, я так помню. Стало удивительно, почему столько много народу не сдает. И вот такого сверхъестественного нету. Те же фишки. Поэтому, друзья, если и вы хотите проверить автодром, пожалуйста, записывайтесь в нашу программу. Ссылочку прямо сейчас вы видите здесь на экране, а мы вердикт инспектора пойдем слушать. Молниеносно, Сергей, ну, по-моему, вы уже точно не готовите и не моете посуду. А вот сейчас узнаем. Сергей, вы проехали все фигуры с небольшими недочетами, 2 фигуры, соответственно, я принимаю ваш экзамен, вы сдали. Ура! Yes! Вот именно так. Иначе никак. Итак, дорогие друзья, сегодняшний день ознаменован успешной сдачей Сергея. Он глава семейства, и в борьбе за спор, кто же не будет мыть посуду и не готовить, он пока что побеждает. Дарья будет сдавать уже в следующей передаче. Сдаст ли она, узнаем завтра на Первом городском канале. Самое главное, что сегодня вновь без происшествий. Меня зовут Андрей Инфлат. Увидимся на Первом городском канале. Пока! За помощь в организации съемки благодарим автошколу «Троллейбусный учебный комбинат». Улица Щорса, 62.